Бывшего депутата Верховной Рады Виктора Лозинского, которого недавно освободили, снова задержали и доставили в исправительную колонию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Напомним, бывший депутат Рады Виктор Лозинский, осужденный за убийство 11 июня, досрочно вышел из тюрьмы по состоянию здоровья. Сегодня утром правоохранители задержали Лозинского. Прокуратура Киевской области внесла апелляционную жалобу на постановление Бориспольского горрайсуда об его освобождении. Как известно, Лозинский был приговорен к 14 годам лишения свободы за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олейника. Олейник погиб 16 июня 2009 в результате столкновения на территории охотничьих угодий с Лозинским, а также бывшими тогда прокурором Голованевского района Кировоградской области и начальником Голованевского райотдела милиции. В апреле 2011 года Днепровский райсуд Киева приговорил экс-депутата к 15 годам лишения свободы. Позже высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам смягчил приговор, назначив Лозинскому наказание в виде 10 лет лишения свободы.